Всем-всем добрый вечер. Оставайтесь с нами. У нас сегодня прямой эфир на тему весенних дизайнов. Будем рисовать с вами вот такие вот легенькие, но красивые дизайны. Сейчас покажу. Всех очень рада видеть. Всем-всем-всем добрый вечер. Сегодня у нас с вами в программе вот такой вот хлопок, котики и лаванда. Очень красивые дизайны и простые. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы увидеть, как их делать, насколько все это просто. И заодно пообщаться, получить приятный бонус за просмотр эфира. Так что давайте проверим, хорошо меня видно и слышно. Если хорошо слышно и видно, то поставьте плюсик или любой смайлик в комментариях. И будем с вами начинать. Так, 426 я использую голубенький от Fox под основу для своих котиков. Очень люблю котики, так они мне нравятся. Долго стоят, радуют глаз. Так, наношу нежный голубой цвет. На типсе, которая у меня была показана для... Которую я готовила для эфира, я использовала более темный синий. Но, посмотрев со стороны, мне показалось, что светлый цвет будет смотреться красивее. Так как котики это довольно-таки нежный, да, такой нежный цветок, я не знаю, как правильно сказать. Ну да, все-таки, наверное, это цветок, растение, очень нежное растение, поэтому решила все-таки изменить фон. Поэтому под фон я выберу 426 от Fox. Нежный голубой цвет, очень нежный, красивый. Друзья, всем-всем-всем добрый вечер, кто присоединился. Сегодня мы с вами рисуем вот такие вот простые и красивые дизайны. Нарисуем хлопок, лаванду и котики. Идет весна, клиентам хочется цветочков. Также хочется, чтобы это все было очень быстро и не занимало много времени. Поэтому оставайтесь с нами. Тем более, что для всех участников прямого эфира в течение суток будет действовать скидка 15% на гель-лаки фирмы Fox, Couture Color и Oxy. Те гель-лаки, которые мы будем сегодня использовать в прямом эфире. Для того, чтобы получить скидочку, в примечаниях к заказу напишите «прямой эфир». И вы получите 15% скидки на эти шикарные гель-лаки. Отправляю в лампу на 30 секунд. Тем временем на палитру я себе поставлю нужные цвета. Белый 120 от Couture Color, мой самый-самый любимый белый гель-лак. Не устаю его нахваливать. Круче белого я еще не встречала. Так, ставлю сразу такую большую капельку, потому что, в принципе, он мне пригодится еще и на хлопок. Поэтому не жалею. Дальше. У меня 13-й лимитированной коллекции от Couture Color. Светлый такой, светло-коричневый цвет. Молочный цвет молочного шоколада. Вот так бы я его назвала. Очень красивый. Так. Затем мне понадобится 200-й темный коричневый от Fox. Это уже цвет горького шоколада. Вот такие вот шоколадные цвета у нас сегодня с вами будут. Так, белый мы поставили. Серый 278 от Fox. Всем добрый вечер, кто присоединился. Сегодня мы рисуем с вами простые такие весенние дизайны. Впереди у нас остался всего лишь один день зимы, близится весна, поэтому вот так мы рисуем сегодня котики, лаванду и хлопок. Клиентам хочется цветочков, и вот мы будем с вами тоже их рисовать. Ну что ж, начнем мы с вами делать котиков, и начнем прорисовку именно с котиков. Так, я беру свою тоненькую кисть,
Набираю 13-й лимитированной коллекции от Couture Color и намечаю себе сразу стебелечек моих котиков. Ставлю его повыше и линию вниз. А для тех, кто присоединился, я хочу сообщить, что в течение часа будет действовать скидка 15% на гель-лаки Couture Color Oxy и Fox. Для того, чтобы получить скидочку к заказу, напишите прямой эфир. Дальше я нарисовала центральную полосочку, да? Видно всем хорошо? Центральный стебелечек. И от него отпускаю вот такие вот маленькие веточки. Тут как раз-таки очень хорошо нам на руку играет вот эта вот капелька, да, которая набирается на кисть, если не вытягивать кисть, да, так как я показывала в предыдущих эфирах, а просто набирать материал, то на конце кисточки образуется капля. И вот в этом случае она нам очень хорошо играет на руку, потому что образуется вот такая вот как бы толщина у основания веточки и сводится на нет, да, сводится к стебелечку. Так, наметаю сразу еще несколько вот таких вот маленьких, на которых у нас не будет самих котиков, которые просто будут нам добавлять красоты. Набрасываю еще их. Это будут не распустившиеся вот такие вот у нас веточки. И вот на этом этапе я отправляю в лампу. Дизайны все эти рисуются очень-очень просто, быстро. Для тех, кто присоединился, сейчас покажу. Так, я протираю кисть. Сейчас мы с вами будем рисовать вот такие вот котики. Очень простой, красивый дизайн. Он получается объемный. Очень-очень красиво. Дальше будем рисовать с вами хлопок, вариант хлопка, и не менее красивый. И точно так же нарисуем с вами веточку лаванды. Сейчас мы рисуем с вами хлопок. Пока у меня просохло. Так, я теперь набираю белый цвет. Белый у меня 120 от Couture Color. И рисую сами котики. Они у меня идут вот такие вот кругленькие сверху и сводятся ножичку снизу. Видите, как получается? Как капельки. Рисуем их побольше, пообъемней. Нет, девчоночки, немножечко это не сакура, это у нас будут котики. Всем-всем-всем добрый вечер, кто к нам только присоединился. Оставайтесь с нами. Задавайте интересующие вас вопросы. Будем с радостью с вами болтать, отвечать на них. Так. И заполняю вот таким вот образом все места, все эти, да, большие длинные участки, которые оставлял, длинные веточки. Вот все места, которых мне хочется. Конечно, желательно не переборщить, не лепить, да, на каждую веточку по котику, потому что будет перебор. Так как мы их в конце будем посыпать блесточками, мы будем делать их объемными. И чтобы у нас не превратилось это все в одну сплошную кашицу, кисть у меня вот такая вот, 0,2, но она очень тоненькая, я ее выстригала сама. Тут довольно-таки сегодня у нас с вами будут простые дизайны, под них не нужна особенная какая-то кисть, поэтому так, еще раз напоминаю, что да, рисую котики белым цветом, это у меня такая заготовочка под сами цветочки, они должны быть объемные и большие сверху и тоненькие внизу. Да, девочки, эфир будет сохранен, и также он будет загружен на наш YouTube-канал. Скидка 15% будет на гель-лаки Fox, Couture Color и Oxy. Для того, чтобы получить эту скидочку, в примечаниях к заказу укажите прямой эфир. Очень хорошие фирмы гель-лаков, одни из моих самых любимых.
Поэтому не упустите такую возможность в течение суток после прямого эфира. Будет действовать скидочка. Всем-всем-всем добрый вечер, кто присоединился. И вот я смотрю, да, хочется мне все-таки еще заполнить вот этот вот нижний бутончик. Хотя я его не планировала, но вот по ходу рисования, да, я вижу, что не хватает внизу мне объема, не хватает мне рисунка, поэтому заполняю его. Так, на этом этапе отправляю в лампу. Всем-всем-всем добрый вечер, девочки, кто к нам присоединился. Сегодня у нас с вами весенние дизайны, сегодня у нас рисуночки. Будем рисовать с вами вот такую вот лаванду, хлопок с вами нарисуем, очень простенький вариант хлопка. И сейчас рисуем с вами котики. И также для тех, кто только присоединился, напоминаю, что в течение суток действует скидочка 15% на гель-лаки Oxy, Couture Color и Fox. Все три фирмы шикарные, которые я использую в своей практике всегда. Поэтому не упустите возможность. Для того, чтобы получить эту скидочку, в примечаниях к заказу напишите прямой эфир. Прямые эфиры начинать вести... Страшно, конечно, все, что делается в первый раз, все страшно. Так, сейчас, девочки, я возьму еще розовый, приглушенный розовый. Если нет у вас приглушенно-розового, то добавьте просто в розовый чуть-чуть коричневого. Всегда все, что делается в первый раз, страшно, но потом это очень затягивает. Так, телефон все-таки не хочет фокусироваться. Так, что мы делаем дальше с вами? Дальше я беру серый, который я показывала, да, у меня это 278 от Fox. Что я делаю? Я ставлю капельку в основание своего котика. Прям не жалея цвет, да, не капельку, а довольно-таки много ставлю и вытягиваю вот так вот к серединке. Вот такие вот ворсиночки. Потому что если посмотреть на котики, да, вживую, то у них есть вот такая вот серость, да, у основания, и точно это же нам, этот же эффект нам надо передать на наших котиках, да, которые мы нарисуем, но так как мы будем еще посыпать их блесточками, делать их объемными, мы не жалеем цвет, мы ставим цвета побольше, так как блесточки все-таки перекроют, да, и заберут на себя больше внимания, самый большой акцент будет все-таки на блесточке, поэтому, чтобы проглядывалось это все, делаем такие довольно-таки яркие ворсиночки. Всем-всем-всем привет, девочки, кто присоединился. Сегодня у нас с вами прямой эфир, в котором мы будем рисовать рисуночки, весенние цветочки. Нарисуем с вами сегодня лаванду, хлопок и котики. Вот такие вот шикарные котики, очень мне нравятся, безумно люблю это растение. И также вот мы напоминаем, что в течение суток только для участников прямого эфира будет действовать скидка 15% на гель-лаки Couture Color, Fox и Oxy. Для того, чтобы получить эту скидочку, в примечании к заказу напишите прямой эфир. Дальше я беру приглушенный розовый и рисую вот такую вот тычиночку, да, сверху. Если вы посмотрите, да, на котике, она у меня такая довольно, видите, неровная, как огонечек. Если вы посмотрите на котики вживую, то они, в принципе, всегда, веточка не обрубывается просто так, да, грубо, а на них всегда есть вот такой вот нераспустившийся бутончик. Даже не знаю, как это назвать, это, наверное, не бутончик, это тычиночка, наверное, надо почитать в интернете, да, как правильно называется. Все вот эти вот части тела цветочков. Но не забываем про нее, она не будет лишняя на нашем рисунке. Наоборот, она добавит яркости.
Рисунок рисуется очень легко и просто. Так, дальше на палитру я ставлю свой любимый 036 черный от Couture Color. Если у вас... Да, почечка, точно, вот. А ведь действительно, и знала же ж. Видите, как с головы вылетает. Действительно. Так, если у вас нет идеального белого и черного, то я вас просто призываю покупать 120 и 036 от Couture Color. Это самые идеальные белые и черные, которые только попадались мне в жизни. Дальше делаем темные акценты. Я беру 200 темно-коричневый от Fox и затемняю вот так вот в многих местах. Да, вот затемняю сверху на вот этой почечке. И веду эту полосочку к низу. Веду ее не совсем ровно, да, завожу ее даже на стебелечек. От каждого стебелечка веду темную, да, часть. Да, белый от Couture Color идеально подойдет для рисования френча. Он плотный, он ложится в один слой. Он не растекается, не убегает. Идеальный. Идеальный. Я плохого не посоветую. Очень крутые белые и черные. Вообще вот безумно крутые. Так, обязательно также добавляю я на вот эти вот маленькие веточки, которые у нас, с которых не распускается у нас бутончик. Так. Саму веточку добавляю. Черные, темно-коричневые акценты. Беру черного, совсем капелюшечку, и вот такие вот рваные, дрожащие вот такие вот акценты в котиках. Хоть котики у нас и довольно-таки нежные, да, нежные цветочки, но вот эти вот черные акценты необходимы, опять же, по той же причине, да, что я говорила раньше, почему мы рисуем довольно-таки яркий серый цвет. Потому что мы будем это все зарисовывать блесточками, и чтобы акцент проглядывался сквозь блесточки, да, мы заполняем это все вот такими вот рваными движениями. Так. Да, кутюр, гель-лак от Couture Color, очень, все очень хорошие. Мне еще не попадался плохой гель-лак от Couture Color. Это я говорю как мастер. Действительно, я влюблена в эту фирму. Шикарная. Так, и отправляю в лампу. Всем-всем-всем, друзья, добрый вечер, кто присоединился. Сегодня мы с вами рисуем в прямом эфире вот такую вот лаванду. Очень красивую. Нарисуем хлопок с вами, довольно-таки простой вариант хлопка, и уже почти заканчиваем с вами вот такие вот котики рисовать. Так что оставайтесь с нами, будем болтать, общаться, рисовать, задавайте вопросы, интересующие вас. Если у вас есть вопросы по цене, да, то у нас присутствует в прямом эфире менеджер, который вам, в принципе, ответит на все вопросы, касаемые. На нашем сайте, поэтому задавайте. Так, и эту типсу я перекрою матовым топом, да, для того, чтобы сравним с вами, как будет этот дизайн смотреться в глянцевом и в матовом варианте. Все-таки у нас есть и тот, у нас глянцевый уже есть, и нарисуем с вами, сделаем еще матовый вариант. Я очень люблю, кстати, вот этот вот нежно-голубой цвет в матовом. Очень люблю, он очень красиво смотрится. Отправляю в лампу. Дальше мне нужны будут блесточки. Вот такие вот любые, да, какие у вас есть. Я использую салоновские вот такие вот в тюбиках. Они довольно-таки приятной цены. Я их пересыпаю просто потом в удобные баночки для себя. Если нужно, то мешаю с акриловой пудрой. Вот, и работаю уже ними. И также базу. Базу я возьму Strong от Fox. Матовый топ у меня от Fox. Нет, голубой, это Fox 426.
у нас досыхает. У меня тут уже струнговская база подходит почти к концу. Очень хорошая база. Так, тоже поставлю ее себе сразу на палитру, чтобы удобнее было брать. Да, с флоком тоже очень, да, хотела сказать, но вы меня опередили. Если сделать этот дизайн с флоком, тоже будет интересно. Дальше я набираю базу и ставлю вот так вот капельки на наши котики. Слишком большие не ставьте капли, да, тем более, если у вас сами котики расположены близко друг к другу, чтобы они не успели, да, за то время, пока вы прорисуете их все и покроете блесточками, чтобы они не успели у вас сбежаться. Поэтому ставьте средние такие капли. Так, заполняем все-все-все котики. Весь периметр. Кстати, на матовом очень хорошо видно, да, где заполнен рисунок, где не заполнен. Сразу видно, как начинает блестеть глянец. Так, заполняем. Если хотите пообъемнее сделать эти котики, то просто делайте по одному, да, сушите. Так, что делаем дальше? Дальше мы просто берем блесточки и посыпаем ними наш дизайн. Хорошо посыпаем, не жалеем. Убираем лишнее и отправляем в лампу. Так, убираем блесточки в сторону. В принципе, сейчас наш дизайн просушится, и все, и он готов. Вот видите, все делается очень быстро, просто и красиво. Так, сейчас я уберу лишние блесточки со стола. Вот так вот всегда, как только начинаешь работать с блесточками, весь блестишь. Не знаю, как вы, но я блестю вся. Все рабочее место, все блестит, особенно если это втирка, то это вообще кошмар. Блестит все вокруг. Дальше я подготавливаю себе типсу. Будем рисовать с вами хлопок. Использую я 0,3 из лимитированной коллекции от Couture Color. Мне нравится хлопок на темных основах, потому что дизайн сам по себе, рисуночек очень такой нежный. И вот на темных он очень красиво смотрится, выразительно. Хотя можно, конечно, и на каком-то бежевом нежном цвете, особенно таком полупрозрачном под френч, чтобы сделать прям совсем-совсем нежность. Вот. Но если все-таки хочется, чтобы цветочек забирал на себя акцент, тогда рисуем на темной основе. Вот такой вот это темно-синий лак. Видите, темно-темно-синий, он почти как черный, это он в один слой. Сейчас выкрашу в два, и вы увидите, какая красота. Так, тем временем как раз просохла наша веточка. Смахиваем лишние блесточки, и все. И вот такой вот интересный, красивый дизайн, вариант котиков у нас получился, да. Светлые, темные. То есть в матовом варианте, в глянцевом, какие вам нравятся. Так. Очень красиво получается за счет того, что оно объемно. Очень красиво. Если вы вживую повторите, особых навыков это не потребует от вас, да, но вариант вас и ваших клиентов, я уверена, порадует. Особенно если учесть, что это такой довольно-таки простой и красивый дизайн. Быстрый, не заставит он долго сидеть вашего клиента, много морочиться вам. Поэтому, так, наношу второй слой цвета. Вот Couture Color. Очень шикарный. Синий прямо в черный уходит. Очень шикарный цвет. 0,3 лимитированной коллекции от Couture Color. Так, сейчас я вам покажу, знаете что? Сейчас я одену макрокамеру и покажу вам, какие у нас получаются эти котики, да? Вот, смотрите, видите, какие они получаются красивые. То есть, вот все те аспекты, да, которые я говорила вам, серая прорисовочка
за блесточками оно скрадывается, оно уже не такое яркое и черное, да, оно не такое яркое, но очень-очень красиво смотрится. Ну и заодно можно рассмотреть, да, какой красивый все-таки цвет. Друзья, всем добрый вечер, кто присоединился. Сегодня мы с вами в прямом эфире рисуем весенние дизайны. Вот такие вот цветочки, хлопок. Нарисовали с вами котики и будем еще рисовать лаванду. И для тех, кто присоединился, я напоминаю, что в течение суток на нашем сайте будет действовать 15% скидки на гель-лаки фирмы Couture Color, Oxy и Fox. Для того, чтобы получить эту скидку, в примечаниях к заказу напишите «прямой эфир». Так, тем временем у меня подсох мой темный синий цвет. Беру белый, 120-й от Couture, и намечаю себе хлопок. Намечаю я его с центральной точечки. Это будет вот такая вот, мой центральный вот такой кругляшочек. Заполняю его цветом. Рисую его побольше. Ну, естественно, размеры мы отталкиваемся от того, да, на каком пальчике мы рисуем его. Ну, так как мы рисуем сейчас на типсе, поэтому рисуем побольше его. Дальше. Отпускаю вот такие вот небольшие полукруги в правую сторону. Точно такой же полукруг у меня будет идти в левую сторону. Рисую я сразу так, да, я не рисую это все сплошным, да, каким-то кругом. Рисую именно полукругами, чтобы приблизительно себе наметать, набросать и видеть, да, с каких моментов у меня будет состоять, с каких частей у меня будет состоять мой хлопок. Заполняю по очереди. Еще чуть-чуть вверх. И вот здесь вот тоже ставлю вот такую вот большую часть. Так, вот здесь вот у меня будет моя основа под хлопок. То есть, да, видите, по сути, как бы пока мы это все заполняли, у нас получилось такое белое пятнышко. Но если заполнять именно вот так, по очереди, то вам будет потом легче сориентироваться в том, куда и откуда у вас выходят части хлопка. Так, рисую две веточки, которые будут у меня так вот выходить с одной стороны и с другой. От веточек рисую листочки. Заполняя их белым, потом мы будем их заполнять светло-коричневым, темно-коричневым, но так как мы рисуем весь рисунок на темном цвете, для того, чтобы была красивая передача цветов, да, мы рисуем подмалевок белым цветом. Так, рисуем. Листочки. И обязательно рисуем, вот такие вот ведем длинные листочки у самого хлопка. В одну сторону и в другую. И один выведем вот так вот отсюда. Так, на этом этапе прорисовали, я отправляю рисунок в лампу. Всем-всем, девочки, добрый вечер, все, кто присоединился. Сегодня мы с вами рисуем весенние дизайны, мы рисуем хлопок, нарисуем с вами еще веточку лаванды. Уже справились с вами и нарисовали котики, да, вот такие вот, только в матовом варианте. Вот они лежат тут рядышком. Рисуем очень простые дизайны, весенние, которые подойдут вам сейчас для работы с клиентами. Так. Смотрите, да, если смотреть на хлопок, то вот он у нас состоит с частей, да, вот так вот, с отдельно взятых кружочков.
Вот. Точно так же и мы рисуем не одну сплошную кляксу, а начинаем рисовать именно кусочки. Да, девочки, прямой эфир сохранится. Также он будет загружен на наш YouTube-канал. И для тех, кто является зрителями прямого эфира, я напоминаю, что в течение суток будет действовать скидка 15% на гель Fox, Couture Color и Oxy. Для того, чтобы получить скидочку, в примечание к заказу напишите «прямой эфир». Так, что я делаю дальше? Дальше я беру вот этот вот 0,3 темно-синий, который у меня был в основе. Я капельку ставлю. Надо дорисовывать границы и отделять. Будем прорисовывать каждую частичку хлопка. Так, беру тоненькую-тоненькую полосочку этого темно-синего и вот отделяю точно так же, как мы с вами рисовали, да? То есть ставлю полосочку центральную. Так, веду в правую сторону. Веду в левую сторону. Не совсем делайте одинаковые их, да, это будет не слишком красиво смотреться. Так, берем топ. И теперь растушевываем вот этот вот синий, чтобы это все-таки была просто плавная растушевочка границ. И топом его размазываем, растушевываем. Каждую часть, центральную, ту часть, которую мы отвели вправо, влево. И получается, что у нас и отделились части, да? Теперь у нас видны границы каждой так вот, каждого полукруга хлопка. Если слишком много нанесли синего, то вытирайте кисть и просто сухой кистью забирайте лишний материал. Так вот, прорисовали каждую часть. Так, и отправляю в лампу. Дальше использовать 171 от Fox, нежно-бежевый цвет. Так, ставлю капельку на палитру. Вот такой вот, он нежно-бежевый, даже с розовым подтоном. Очень тоже красивый цвет, ходовой. И также буду использовать в рисунках соты темно-коричневый от Fox, да, который я уже ставила, который мы делали границы наших котиков. Так, беру сначала светлый цвет и буду заполнять в хаотичном порядке свои вот эти вот листочки. Листочки на веточке. Так, здесь одну, здесь, выше, ниже. Буду чередовать темные со светлыми. Всем-всем-всем добрый вечер, кто к нам присоединился. Сегодня мы с вами рисуем вот такие вот нежные весенние дизайны. Очень быстрые, красивые в своем исполнении, которые порадуют и вашего клиента, и вас. Клиента тем, что он уйдет с красивыми цветочками, да, а вас тем, что это все рисуется очень просто и быстро. Дальше беру темный коричневый и заполняю вот эти вот листочки, которые у меня идут прямо по самому хлопку.
За счет того, что возле хлопка у меня будут прям темные цвета, вот те листочки, да, которые рядышком находятся с хлопком на веточках, я их буду рисовать светлыми, чтобы был контраст. А для тех, кто только к нам присоединился, я напоминаю, что в течение суток на нашем сайте будет действовать скидка 15% на гель-лаки Couture Color и Fox. И также Oxy. Для того, чтобы получить эту скидочку в примечании к заказу, напишите прямой эфир. Так, девочки, и на этом этапе отправляем в лампу. Дальше возьмем с вами 194 от Fox, яркий розовый цвет, ну как яркий, не слишком он яркий, такой фуксия, он идет с блесточками, мне нужна его абсолютно капелюшечка, чисто такая маленькая-маленькая капля, я просто проведу границы всех частей хлопка, да, и отделю их таким образом. После того, как мы перекроем топом, этот цвет не будет сильно бросаться в глаза, но в то же время он сделает свой, создаст свой контраст. Так, как раз просохла наша типса. Беру я капельку этого цвета, он такой полупрозрачный. И вот так вот, легонечко. Добавляю границы хлопка. Совсем недавно я рисовала этот дизайн на своей клиентке. Вот, скоро скину его в свой инстаграм, и вы увидите, как это красиво смотрится. На ручках очень красиво смотрится, и сейчас тем более. Так. Дальше заполняю темно-коричневым. Оставшиеся листочки наших веточек. И саму веточку я тоже сделаю темно-коричневой. Добрый вечер. Я по этому вопросу совсем скоро, скорее всего завтра, на моей странице будет прямой эфир. Буду вас там ждать. И мы это все разберем. А сегодня у нас эфир с вот такими вот красивыми весенними дизайнами. В инстаграме я подписана Сухова Nails. В принципе, мой инстаграм вы можете увидеть в каждом посте, где объявление прямых эфиров на нашей страничке. Ну и для тех, кто присоединился, девочки, напоминаю, что в течение суток на нашем сайте будет действовать скидка 15% на гель-лаки Fox, Couture Color и Oxy. Так, сделала эту прорисовочку. И набираю светлый бежевый и делаю прорисовку вот этих листочков. Да, конечно. Буду вас ждать. Даже очень. Так. Девчоночки, давайте не ссориться. Сегодня у нас очень хороший прямой эфир. Мы сегодня рисуем нежные цветочки. Да, у нас остался всего лишь один день зимы. И впереди весна, прекрасное настроение. Мы, в принципе, уже даже закончили наш этот дизайн рисовать, да, мы с вами очень быстро сегодня работаем. У нас осталось... У нас осталось еще время, и мы с вами еще нарисуем лаванду. Лаванде, также при рисовке лаванды я буду использовать инксы. Так, девочки. Милости прошу завтра, поэтому...
Маникюр, спасибо большое. Мне очень приятно, что он вам нравится. Так, вот такой вот хлопок у нас получается. Очень быстрый и симпатичный. Перекрываем его матовым топом. Или нет, давайте перекроем глянцевым. Если тот вариант у меня в матовом, то этот мы перекроем в глянцевом, чтобы у нас были варианты, да, посмотреть и выбрать, что нам больше нравится, матовый вариант или глянцевый вариант. Очень красиво смотрится этот дизайн также на красном фоне, да, я его рисовала, поэтому... Все хорошо, милости жду вас завтра. Вот. Также я напоминаю для вас, что в течение суток на нашем сайте будет действовать скидка 15% на гель-лаки Couture Color, Fox и Oxy. Для того, чтобы получить скидочку в примечаниях к заказу, накажите прямой эфир. Все заказы собираются с любовью, всем подарочек полагается, да, в заказик, поэтому... И тем более гель-лаки очень хорошие. Так, использую дальше Oxy French номер 4. Самый свой любимый. Матовый порекомендую Fox. Очень хорошие матовые. Не сильно пачкаются они. Ну, как бы, как все, да. Все зависит от клиента. Нет, не слишком у них выраженный такой, да, прям плюшевый эффект. Поэтому рекомендую матовый от Fox. Так, это первый слой, отправляю в лампу. Тем временем готов наш второй дизайн, наш хлопок, да, матовый, глянцевый. Веточки рисуйте, как вам нравится, как вам удобно. Вот. Можно рисовать вот так вот веточки, да, исходя от самого хлопка. Можно просто рисовать вверх и вниз, и все равно это будет смотреться очень красиво. Так, дальше в своей работе я буду использовать синий цвет чернил и фиолетовые. Так. Первый слой просох. Делаю второй слой. И отправляю в лампу. Тем временем стол перед использованием чернил обязательно, да, мой совет вам, рабочую поверхность все-таки застилать какими-то или полотенечком бумажным, да, или салфеточкой, потому что если прольется, то будет ай-яй-яй-яй-яй. Очень быстро они высыхают. Вот. Будем рисовать с вами лаванду. Очень красивый вариант лаванды. Так. Уберу я липкий слой с цветом. Вот. Этот лак имеет очень хороший липкий слой. И наши... По этому липкому слою разбегаются мгновенно, да, в красивые такие кляксы. Если вы смотрели наш эфир с чернилами, то... Вы помните. Поэтому я вытираю липкий слой, чтобы не так прям сильно все растекалось. Открываю себе цвета инксов, которые мне нужны. Это у меня фиолетовый, синий. Так. И также открою растушевочку, которая есть в наборчике. Очень удобно. Так, я использую в работе с инксами отдельную кисть. Лично мне так просто удобней. Беру капельку синего и делаю себе прорисовочку, да, вот так вот, плавненько. В одну сторону и в другую ставлю капельки. Видите? Как сердечки вот такие вот рисую. Одна веточка.
Вторая. И третья. Свожу ее, свожу их, все три веточки в одно основание. Так. Очищаю кисть. Протираю ее. Тем временем как раз подсыхает наш синий цвет. Чуть-чуть надо ему времени, да, чтобы подсохнуть. Лаванда, корная лаванда. Прям песни. Вот зачем вы это написали? Сейчас я буду сидеть и петь все время. Дальше, прям сверху по синему я наставляю точно так же капелек этого фиолетового, да, нашего цвета. Наших встреч с тобой синие цветы. Девочки, да у вас прям дуэт получается. Мне очень нравится этот настрой, очень нравится. Вот, смотрите, как красиво и быстро, да, у нас образовалась вот такая вот лаванда. Так, закрываю обязательно, чтобы ничего не пролилось. Иначе будет горе. И вам советую всегда закрывать в случае чего. Отработали и закрыли. Отработали и закрыли. Так. Дальше я буду использовать 186-й зеленый, оливковый даже больше цвет от Fox. Это у меня будет наш стебелечек. Ставлю капельку себе на палитру. Беру тоненькую кисть и рисую два листочка в одну сторону . Вот этот дизайн, это мой самый любимый дизайн среди всех, что мы сегодня с вами сделали. Очень он мне нравится своей нежностью, своей простотой в исполнении. Здесь вот инксы прям делают все за тебя, всю работу. Так, вывожу стебелечек и рисую еще два такие вот листочка. Очень нравится мне, что с инксами не нужно делать вот эту вот промежуточную просушку, да, которую мы бы делали, если бы рисовали все это лаками. Так, отправляю в лампу. Дальше буду рисовать. Вот видите, вот такие вот белые полосочки, вот такие белые палочки. В одну сторону и в другую, чтобы ограничить наши листочки. Также использовать можно абсолютно любые блесточки. Я тут использовала, у меня где-то был микс, такой красивый, желтенький. Ну, вот его я и добавлю. Так, просох мой оливковый цвет. Дальше ставлю 187-й зеленый, яркий зеленый бутылочный цвет. Оттеню ним листочки наши, но сначала прорисую белым вот эти вот полосочки. Вот так вот, оп. Вот такими стежочками, знаете, это как стежки в шитье. Сверху ставим одно и уходим вот так вот попарно, поочередно. Так. Теней
яркого зеленого цвета. Листочки. Обязательно вывожу и заполняю все-все-все детали рисуночка. Листочки можно заполнять не только с одной стороны, да, можно делать вот такие вот в другую сторону прорисовочки тоже, да, полосочками тоже будет очень красиво смотреться. Так, и отправляю на этом моменте в лампу. Дальше я беру, ну вот вы можете взять, в принципе, абсолютно любой микс блесточек, который у вас есть. У меня вот такой вот золотой микс. Я поставлю капельку базы. Где-то она у меня же здесь была, но я ее не найду на палитре, поэтому поставлю новую капельку базы. А нет, вот нашла. Ну, ничего страшного. И добавлю прям кисточкой сюда блесточки. Буду их добавлять в дизайн. Поскольку мы сняли, можно было бы прикрепить, да, на липкий слой эти блесточки. Они не слишком объемные, но так как мы убрали липкий слой, то я смешаю их с базой. Так. И добавляю хаотично. Вот сюда можно вот так вот добавить между лавандой. Так, заполняем. Мне кажется, прям заиграл рисунок с помощью этих блесточков. Очень красиво получается. Отправляю в лампу. Затем перекроем все это дело мы топом. Добавим стразик в основание. И все, и наш дизайн готов. Так, друзья, для тех, кто у нас сегодня в эфире, я напоминаю, что в течение суток на сайте будет действовать скидка 15% на гель-лаки Couture Color, Fox и Oxy. Для того, чтобы получить эту скидочку, в примечании к заказу напишите прямой эфир. Все эти гель-лаки мы сегодня с вами использовали в работе. Вы могли убедиться, насколько они хороши в использовании, да? Так что не упустите возможность. Так, перекрываю все это дело топом. Глянцевым топом. Выравниваем места с блесточками, да, где у нас были блесточки. Выравниваем дизайн. Очень нежно получается, очень. Спасибо большое. Ну, я бы не сказала, что он самый красивый, но он довольно-таки прост в своем исполнении и не составит труда его повторить. Поэтому нужно же... Я считаю, что в таких эфирах, да, в ознакомительных, да, в которых я показываю и продукцию, да, которая у нас на сайте есть, да, я считаю, что нужно проводить такие, показывать такие дизайны, которые бы... любой мастер смог бы повторить. И такие, которые были бы очень кстати. Вот мне кажется, сейчас вот такие вот весенние рисунки, такие дизайны, они как раз-таки очень кстати. Так, беру капельку базы. Все стразики я всегда креплю на стразы. О, господи, на стразы. Все стразы я креплю на базу. Уже все, заговорилась. Так. И ставлю вот так посередине. Стразик, цвет хамелеон, дополняю бульоночками с трех сторон. Так. Вот самое сложное всегда, знаете, когда нужна одна всего лишь бульоночка, всегда их набирается очень много. Это самое сложное, выловить эти маленькие бульоночки. Так, и отправляю в лампу. Очень красивый дизайн получается, мне безумно таки нравится. Очень-очень-очень нравится.
как раз мы с вами сегодня как никогда успели, да, в часик вложились. Вот. А я напоминаю, что для зрителей прямого эфира в течение суток будет действовать скидка 15% на гелаки фирмы Couture Color, Oxy и Fox. Для того, чтобы получить скидочку в примечании к заказу, напишите прямой эфир. Дальше я обязательно закрепляю стразы топом. Тоже ставлю капельку топа на палитру. Обвожу стразик. Аккуратно, чтобы не заходить на грани. Если топ попадает на саму бульоночку, то в этом нет ничего страшного, да. Но главное, чтобы не попадал на грани нашего стразика. Да, получилось очень красиво. Я прям влюблена в эту лаванду. Я вам даже сейчас покажу, тоже сейчас просохнет. И я вам покажу, как она смотрится через макрокамеру. Очень красивый вот этот вот эффект акварели, с помощью которой сделан был с помощью наших инксов. Главное, очень быстро и красиво. И безумно красиво смотрится как и на белом, так и на бежевом цвете. Вот. Такую красоту мы с вами сегодня дотворили. Рисовали. Если есть... Да, конечно, сохраню эфир. На YouTube-канале он будет. Так что не переживайте. Надеюсь, Instagram мне никаких не сделает подлян. И все хорошо и легко сохранится. Так, где моя макрокамера? Как раз просох. Одеваю. И показываю вам. Смотрите, как красиво, да, получаются вот эти акварельные капельки. Плюс блесточки, все очень красиво получается. Я влюблена. Очень красиво. И наклеечки не нужны, когда все делается так красиво и нежно. По-весеннему. Так, ну что, друзья, мы с вами справились. У нас как раз остались вот буквально 2 минутки. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу на них. И, конечно же, напоминаю, что в течение суток на нашем сайте будет действовать скидка 15% на гель-лаки фирм Couture Color, Oxy, Fox и Oxy. Взяла не тот флакончик и Oxy. Вот. Для того, чтобы получить скидочку в примечаниях к заказу, напишите прямой эфир. Очень рада была с вами сегодня порисовать, поболтать. Огромное вам спасибо, это вы у меня лучшие, самое-самое лучшее. Очень рада вас видеть в наших прямых эфирах. Ну что ж, и если вопросов нет, тогда побежала я. И до скорых встреч в новых наших эфирах. Буду рада всех вас видеть. Спасибо огромное вам. Жду вас, как всегда, каждую среду в эфирах. Всем пока-пока. Почему не успели? Успели. Эфир будет сохранен еще сутки. Я не ушла, вы как раз-таки успели. Эфир будет в доступе еще сутки. Также он будет сохранен на наш YouTube-канал, так что подписывайтесь, можете пересмотреть, даже если за сутки вы не успеете посмотреть эфир. Поэтому... Мы сегодня с вами делали вот такие вот весенние красивые дизайны, рисовали цветочки. Так что, и также скажу вам, что в течение суток на нашем сайте будет действовать 15% скидки на гель-лаки Fox, Couture Color и Oxy. Так что вот с вот этим вы поторопитесь и успейте заказать по приятной цене шикарные лаки. Так, ну и все, теперь могу со спокойной душой таки прощаться с вами. Всем пока-пока, была очень рада всех вас видеть.